12 лет назад я проходил здесь сборы, все равно какая-то частичка здесь есть, в этом дворце. Так что приятно возвращаться сюда, когда и знакомые здесь. Знаете, как этот кубок называется? Василия Петрова. Я знаю, этот кубок называется имени Владимира Петрова. Поднимай голову. Саня, обыгрывай! 1-0. С разных сторон делали, то есть пас, возврат. Самое главное – это подарить им положительные эмоции, чтобы они порадовались, как говорится, посмотрели на кубок, и у них было к чему стремиться. В каждой команде есть ребята перспективные, просто надо заниматься усердно, надо серьезно относиться к своему делу и всегда с желанием, самое главное. У каждого тут горят глаза, ну, поиграть в большом хоккее, так сказать. С ребятами максимально интересно общаться из-за того, что они не настолько много старше нас. Хочется добиться больших успехов в хоккее, так же, как и эти ребята. Мы учили делать хорошие броски, хорошие пасы. Это мотивационно, все равно же смотрим на этот кубок вживую и охота добиться таких же успехов.